Приветствую вас. На самом деле ситуация достаточно простая, влюбленность это ни в коем случае не любовь. Влюбленность это зачастую, не всегда, но зачастую. Влюбленность это не что иное, как потребность. То есть, когда вы влюбляетесь в мужчину, вы в нем нуждаетесь. Это именно нужда. Это именно нуждаемость. То есть, это ваша потребность в нем, условно говоря. Вот. И, соответственно, можно говорить о том, что тот факт, что вас привлекают недоступные мужчины, говорит с одной стороны о том, что вы, к примеру, себе не уверены, и вы преследуете такую цель, чтобы доказать себе, что вы недостойны отношений. То есть вы ну, боитесь отношений, к примеру, избегаете их, к примеру, вот, и так далее. Это с одной стороны. Но с другой стороны, это может быть связано в том числе и с тем, что у вас не хватает тех качеств, которые есть в этих самых недоступных для вас мужчинах. То есть вы нуждаетесь в этих качествах мужчин, потому что их нет у вас, у самой, к примеру. Вот. То есть здесь нужно на самом деле определить именно то, как вы воспринимаете мужчин, в принципе. То есть как, ну, как вы их видите, как вы их ну, воспринимаете и чего вы от них хотите. Вот. Знаете, то есть реальные отношения это не то же самое, да, что отношения, скажем, вот такие, как у вас, на, ну, скажем, на расстоянии, да, привязанные к образу какому-то и так далее. Вот, то есть это разные вещи, реальных отношений получается у вас как бы и нет. Вот. Поэтому очень важно данный момент определить. Вот. Подобное может происходить еще и потому, что вы ассоциируете этих людей с кем-то из своего, к примеру, детства, вот, когда вы, ну, находились в значимых для себя ситуациях, в значимых для себя позициях и так далее, да. Вот, вы можете таким образом пытаться завершить что-то, ну, какую-то историю, свою собственную историю, вы можете какую-то пытаться завершить, вот. Значит, ну, которая была с вами, которая происходила у вас, может быть, такой
момент и такой эпизод тоже. Вот, все это, значит, ну, все это нужно исследовать, вот, все это нужно исследовать и смотреть. Ключевой момент заключается в том, чего вы хотите именно от, ну, от людей, от этих мужчин, что вам нужно от них. Как выражается ваша влюбленность и что вы видите в самом человеке конкретно. Это, на самом деле, это очень важная история, очень важный момент, потому что от того, что вы видите в человеке, по факту, по сути, зависит, ну, ни много ни мало, ваша дальнейшая личная жизнь, к примеру. Вот. И парадокс здесь в том, что чаще всего, да, вот именно, ну, именно вот чаще всего, влюбленность, она представлена исключительно как потребность в чем-то. Вот. Это на самом деле весьма и весьма проблематично, потому что влюбленность это не потребность, влюбленность это наслаждение человеком, это стремление сделать что-то для него. А вы же как будто бы хотите быть с этими людьми. Вот. Давайте какая история. Немаловажным является тот факт, что вы можете быть, ну, скажем так, влюбчивы в такого типа людей, потому что вы сами хотите иметь то, что у них есть. Вот. То есть приписывание себе тех качеств, которые есть у объекта, ну, у объекта влюбленности, к примеру, вот, является очень распространенной ситуацией. Вот. Ну, в свою очередь, все это раскрывает, конечно, ваши личностные проблемы, такие как, например, отсутствие собственной реализации, отсутствие собственной ценности, к примеру, вот, ну и, возможно, еще ряд проблем, о которых сейчас, да, ну, сказать не представляется возможным, на мой взгляд, потому что мало информации о вас лично. Вот. Но, тем не менее, можно это сделать на личной консультации, да, то есть где вы вместе с психологом сами все проанализируете и сами, собственно говоря, значит, во всем разберетесь. Ну, вместе с психологом, конечно же. Вот. То есть, в целом, важно не почему так, как вот, как происходит, да, а важно, скорее, немножко другое. Важно то, чего вы хотите, чего вы добиваетесь, для чего вам это все. Зачем вам это все?
понимаете? Вот это один из ключевых моментов здесь. Так что сама история о том, почему так, ну, на мой взгляд, поможет вам, поскольку я бы сказал, что вообще не поможет, потому что это просто знания, они вам ничего не дадут, а вот именно работать над собой, работать над тем, чтобы определить природу тех процессов, которые у вас происходят. Это вот куда важнее, на мой взгляд. Так что выбирайте себе психолога и начинайте работать с ним по направлениям, которые я озвучил. Если у вас остались вопросы по моему ответу, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи!